Monkey, Catlip, Dash, Lazy, Drop. Для обычных людей это просто набор слов, но только не для трейсеров. Эти трюки ребята выполняют на ура. Художник по асфальту и бетону. Так парни называют себя. Как говорят трейсеры, заняться паркуром может каждый. Было бы желание. Паркур – это способность передвигаться в любых обстоятельствах на любом рельефе. Здесь не учат использовать какие-либо средства или приспособления. Только собственное тело в условиях здесь и сейчас. Деревья, стены, крыши, парапеты и перила – обыкновенные препятствия трейсера. Крайне важны скорость реакции, умение оценивать обстановку и свои возможности. Валентин занимается паркуром уже больше 8 лет. Начинал с того, что просто читал о различных элементах и пробовал их повторить. Я сам занимаюсь с 2006 года, с 1 января 2006 года. Когда-то давно я и мой друг Рома Цыганов, мы вышли в 23 часа. И 1 января 2006 года, и вот тогда начались наши первые шаги в этом направлении. Конечно, было много снега, и это выглядело, сейчас, если так вспоминать, нелепо. Мы просто прыгали через сугробы, дурачились, развлекались. Но это было такое знакомство с паркуром. Ставропольские трейсеры активно принимают участие во всевозможных турнирах и довольно часто занимают призовые места. Выезжать в другие регионы на соревнования очень важно, ведь это прежде всего обмен опытом и информацией. В этом году ребята открыли собственную школу паркура. Тренировки совершенно бесплатные. Занимаются как парни, так и девушки. Возрастные рамки от 8 до 45 лет. Как говорят ребята, начать заниматься паркуром может абсолютно каждый, с любой физической подготовкой. Человек сам себя сковывает, можно сказать, в голове, что я не смогу. И вот нужно сначала раздвинуть эти границы, дать понять человеку, что это можно, что это возможно. По словам парней, паркур не опасен. По своей неосторожности можно лишь получить небольшие ссадины, царапины или растяжения. Человек, который реально называет себя трейсером, трейсер – это человек, который практикует паркур, он никогда не будет рисковать собой, своим здоровьем, возможностью получить травму ради того, чтобы кого-то удивить, либо там устроить какое-то шоу или что-то подобное. Этого вы просто не увидите. Паркур для ребят стал неотъемлемой частью жизни. Это то, что затягивает, это страсть, это искусство. И занявшись им однажды, уже не хочется останавливаться. Юлия Романова, Роман Солодовников и Владимир Кириллов, АТВ «Ставрополь».